Попался! Погнали! Мама, мама, можно мне погулять? Мой друг пришел. А уроки все сделал? Да, все. Тогда неси дневник. Что это такое? Двойка? Замечание? Плохо вел себя на уроке? Баловался? И ты еще гулять собрался? Не стыдно? Бегом учить уроки! Никаких гулянок! Он сегодня не выйдет. И смотри у меня! Если увижу, что ты занимаешься чем-то другим, ну, получишь по первое число! Нужно найти способ, чтобы незаметно свалить из дома. Да куда ж ты? Упс. Это шум из спальни? Надо проверить. Нужно срочно где-нибудь спрятаться. Лишь бы не спалиться, лишь бы не спалиться. Так. Что-то здесь не так. Ну, вроде все в порядке. Вроде принесло. Давай! Давай, давай, давай! Куда ты пинаешь? Нужно устроить дымовую завесу. Опять 25. Схожу в туалет. Послышалось, что ли?
дверь была открыта! Делаешь вид, что учишь уроки? Давай, вперед из песни, да чтобы пол блестел! Пойду гляну, кто там мне пишет. Ты посмотри на него. Молодец, иди к себе в комнату. Я еще зайду проведать тебя. Так. А я говорил! Наберут же по объявлению. Да кому я там нужен? Учишься? Ну ладно. Пойду проверю, учит он уроки или нет. Учишься?
там, где тупки, здесь тупки. Да быть не может, что ничего не... Надо бы проверить в доме. А? Метлу в руки и пошел, чтобы ни единой соринки не было. Что-то у тебя получается. Давай бегом за учебник. Да все мимо. Нужно скорее бежать! А-а-а! Чего ты болтаешься? Решил мать взбесить! Зараза! Куда делся? Вот зараза!